Дорога таит в себе опасность, но об этом пешеходы предпочитают не думать, когда стремятся сократить путь и переходят дорогу в опасном месте. На улице Ленинградской около 25-й школы в зоне видимости есть две зебры, но и взрослые, и дети стремятся пересечь дорогу там, где удобнее, а не где безопаснее. Здесь есть пешеходный переход? Вот здесь? Нету. Пожалуйста, вот до пешеходного перехода и там перейдете, хорошо? Благодарю. Все, а это прочитайте. Вот. Дома. Внукам тоже это самое, прочитайте с детьми, вот, изучите все. Я вас благодарю. По статистике у нас идет рост как по ДТП с участием несовершеннолетних, так и по ДТП с пешеходами. На данном перекрестке у нас тоже есть проблемы в зоне пешеходных переходов. Бывает, что водители не пропускают пешеходов, страдают дети. Вот в начале этого года у нас был наезд на данном перекрестке на ребенка, который шел в школу. Сотрудникам ГИБДД помогают юные инспекторы дорожного движения, ученики 25-й школы. Ребята призывают нарушителей к порядку и надеются, что если взрослым людям о правилах дорожного движение напомнит дети, эффект будет лучше. Наша задача, чтобы объяснить людям, чтобы они правильно переходили дорогу, чтобы учили своих детей переходить дорогу, чтобы все были здоровы. Пешеходы должны переходить через пешеходный переход, так как здесь очень опасно переходить. Машины двигаются с немаленькой скоростью, могут сбить человека, навредить ему здоровью. В этом году наезды на пешеходов происходят чаще. Несчастных случаев на дороге за 3 месяца 2014 года произошло на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 66 человек получили травмы, трое погибли. Виной тому и невнимательность водителей, и пренебрежительное отношение пешеходов к собственной жизни и здоровью. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.